Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как вы видите, стартовало событие Зал Славы. Но перед тем, как обсудим данное событие, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал и поставить лайк данному видео. Вам это не стоит абсолютно ни гроша, а для меня это развитие и море позитивных эмоций. Спасибо вам большое за то, что меня поддерживаете, и на этом канале вы всегда найдете что-то свежее по танкам. Каждый день выкладываю по несколько видео, и поверьте, буду вам не только интересен, но и полезен. Итак, ребят, что такое Зал Славы, с чем его едят, и что Зал Славы может вам принести. Тут море халявы. Это, наверное, самое лучшее игровое событие, которое было за время того, как лето идет. И да, мы празднуем день рождения Блица уже второй месяц, и здесь разработчики действительно не пожадничали и насыпали прям дофига всего сладкого. Во-первых, вот эти вот все предметы, возможно, без вот этого вот великолепного енотика, вы можете забрать абсолютно бесплатно, просто нажав на клавишу. Больше делать ничего не надо. В отношении этого игрового автомата сейчас тоже все расскажу, но перед тем, как его крутить, сначала послушайте все, что я вам скажу. В отношении того, что здесь внутри, я думаю, сами можете ознакомиться. Здесь есть набор коллекционных танков. Меня интересуют Торнваген и Черчилль 8. Все остальные машины у меня есть, но, несмотря на то, что эти машины есть, за них я могу получить компенсацию золотом. Плюс я могу, в принципе, золото отсюда взять. И я бы не сказал, что здесь прям совсем много, но это халява. И то, что здесь нет 10 тысяч или 100 тысяч голды, абсолютно неудивительно. И даже если будет выпадать по 50 или по сотне, я все равно буду безумно благодарен и рад. Все остальное это для любителей кастомухи в нашей игре. Тут прикольные внешние виды для танков. Ну и в целом есть еще обвесики. Поэтому вот эта штучка довольно интересна. Как ее крутить? Каждый день, заходя в игру, раз в сутки вы будете получать сразу 5 билетов. Как вы видите, 5 билетов у меня есть. И за 5 билетов как раз можно его и крутнуть. Где брать еще билеты? Еще билеты вы получите за каждую победу по одному билету. Это тоже очень классно. И что самое хорошее, это то, что если вдруг за день вы все 5 боев победных не сделали, то на следующий день вы получаете еще 5 возможностей и плюс те, которые были не выполнены вами в предыдущий день. Это тоже довольно-таки круто. Ну а теперь, что самое интересное. Забирая коллекционные предметы, ребят, вы получаете еще себе, да, дополнительно пультик номер 10, это один из пультов, которые нам необходимы, 5 дискет дополнительных, то бишь еще один прокрут этого барабанчика, ну и плюс к тому забираете себе коллекционный предмет, экраны и X5. Это за первый коллекционный предмет, песочные часы. За рояль таран вы получаете еще себе дополнительные плюшки, а именно коллекционный предмет, еще 5 дискет, а значит еще один прокрут барабана и целых 2 контейнера, собери их все. За следующий коллекционный предмет, а именно за горящий стул, вы забираете себе, опять-таки, дополнительные 5 дискет, получаете коллекционный предмет, получаете шикарный внешний вид, который скрывает серые зоны на многих танках, и еще 156 экранов. Забирая следующий коллекционный предмет, а именно дай кулачок, вы забираете себе еще 5 дискет, забираете коллекционный предмет, 5000 свободного опыта и 156 экранов. Следующий коллекционный предмет, а именно рупор, принесет вам коллекционный предмет рупор, дискет он на 5 штучек, то бишь еще один прокрутик, 156 экранов и 100 тысяч серебром. Ну и что даст нам жетон енота, который многие из вас забрали, сейчас посмотрим вместе. Я лично этот жетон забрал, хранил и получаю себе еще 5 дискет, целых 30 бустеров на голду, ну и плюс к тому коллекционный предметик. В отношении того, чего стоят коллекционные предметы. Сейчас зайдем в мое хранилище. Да, у меня в хранилище есть определенного рода лаги, поэтому придется подождать, пока хранилище растормозится. Но при этом всем я больше чем уверен, что эти коллекционные предметы можно не только оставить себе в хранилище чисто на память, но и обменять их на, скорее всего, свободку. В этом сейчас убедимся, потому что точной проверенной информации у меня нет. Ну и хотелось бы проверить это дело вместе с вами. Смотрим, сейчас пройдет все необходимое. Но давай, подгружай. Пультик подгрузился в хранилище, это хорошо. 2 контейнера, собери их все. В сертификатах, точно. В сертификатах не туда кликнул. Контейнеры, кстати, ребят, сейчас тоже откроем для того, чтобы посмотреть, получу что-то из собери их все или нет. Ну и обязательно сейчас повращаем данный, я его называю барабан, данный игровой автоматик. Каждый прокрут, как я уже говорил, стоит 5 дискет. Ну и, соответственно, как минимум на 6 прокрутов, по-моему, мне должно хватить. Если я правильно все
все посчитал. Давай, родимая, подгружайся, и теперь давайте будем смотреть, что чего стоит. Опускаемся вниз и так смотрим. Коллекционный предмет енот, 5000 свободного опыта. Горящий стул, 5000 свободного опыта. Еще 5000 свободного опыта. Рупор, рояль, 5000 свободного опыта. Плюс к тому, дай кулачок, 5000 свободного опыта. И еще 5000 свободного опыта из песочных часов. Ну, короче говоря, тридцатка. Тридцатка, ребят, свободного опыта лежит, только зайди да забери. Я лично уже очень доволен. Ну, а теперь самое главное и самое интересное. Давайте попытаемся пооткрывать. У меня даже получается больше, чем на 6 прокрутов, а именно на 7. Поехали. Первый прокрут. И интересно, соберу ли я отсюда какие-нибудь коллекционки. 20 тысяч золотом на халяву. Да, вроде бы для кого-то 2 просмотра рекламы, но один раз кликнуть забрать, по-моему, не составляет труда. Еще 20 тысяч голды в копилку. А, 20 тысяч, да. Если бы ГСН, всего лишь двадцатка. Еще двадцатка. Не падают пока машинки, но это только первый день. И можно еще постараться. Собираюсь играть на прямых трансляциях, на которые все приглашаются. Приходите, друзья, составите компанию. Ну, еще 50 голдишки и последние 2 крутка. Давай. Давай, родимая, не подкачай меня. 100 голды! Иду на увеличение! Иду на увеличение! Забираем! А отсюда... Давай, косарь! Нет, 50 и, между прочим, довольно симпатичный обвесик. И пока это вся халява, которую я получил, но впереди еще целых 10 дней можно играть. И да, напоминаю еще раз, каждый день, заходя в игру, вы и так будете иметь возможность один раз на халяву прокрутить данный, не знаю, игровой автомат или что это такое. Кстати, как оно называется вообще? Это у нас панель управления. Все, теперь знаю правильное название. Короче, друзья, не пропустите события. Заходите в игру, если вы еще в игре не были. Забирайте себе данную халяву. Ну и от чистого сердца искренне желаю вам мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Так, стоп, какой пока-пока? Какой пока-пока? Нет никаких пока-пока. Мы же с вами договаривались о том, что откроем с вами 2 контейнера, собери их все. Может, там как раз самая жирнота находится. Если ГСН сказал, слово сдержит. Придется, правда, немножко подождать, пока опять растормозится мое хранилище. Надо было, наверное, из него не выходить, а изначально в нем оставаться. Но, ребят, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А точнее, если бы старческая память меня не подводила, то тогда уж точно не забыл бы. Так, ну вроде бы растормозилось. Уже, слава богу, 2 контейнера, собери их все. Что принесут? 28 тысяч свободного опыта и смог собрать себе талисман на 1000 голды. По-моему, уже неплохо. По-моему, как для халявы, очень даже. С учетом того, что я эти контейнеры не покупал, считаю открытие данных контейнеров, ну, крайне удачным для себя. Ну, вот теперь точно, ребят, не забудьте поставить лайк. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.